Япония переживает наплыв туристов. Все они прилетели, чтобы полюбоваться на цветущую японскую вишню – сакуру. Согласно местной традиции, это возвещает о наступлении настоящей весны. Сейчас многие районы японской столицы просто утопают в белом. Наблюдать за цветением сакуры в Японии – национальная традиция. В этот период японцы устраивают ханами – пикники под деревьями японской вишни, на которые приглашают друзей и родственников. Цветение сакуры считается символом скоротечности жизни. Обычно она цветет всего 2 недели.